Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и это, короче, Индораптор, ребята, и это не простой Индораптор, да, у вас уже, наверное, глаза на лоб полезли, так же, как и у меня 26 уровня Индораптор, он у меня, конечно, один, и на него я потратил 1300 монет, может даже больше, в общем-то, все, что у меня было, короче, я на него потратил, и у нас есть 26 уровень теперь, давайте посмотрим. Что он из себя представляет? 3750 у него жизни, 1400 у него сила удара, скорость 128, шанс крита 20. Ну, остальные удары вы, в общем-то, знаете. Так, немножко поднабрал наш, короче, уже, да, почти косарик добавил, по-моему, со времен 21 уровня, там было, по-моему, чуть меньше, чем 3. В общем-то, вот такой вот у нас красавчик. И сейчас мы его, конечно же, пойдем тестить на арене. Это мой, короче, самый сильный. И еще у меня для вас есть такая маленькая сенсационная новость. В общем-то, я бы сказал, очень горящая новость, ребятки. До конца этой недели у вас есть возможность тоже себе, короче, поднабрать генов Индораптора и Индоминуса Рекса. В общем-то, что для этого нужно сделать? Для этого нужно, ребятки, просто перейти там в группу ВКонтакте, вступить в группу ВКонтакте и написать администратору, в общем-то. Ну, не написать на стене в группе ВКонтакте, а обратиться именно к самому администратору этой группы, и до конца недели можно будет за какие-то там копейки купить себе генов Индораптора и Индоминуса. Короче, это, в общем-то, шикарно. По-моему, еще даже Гаргазуха туда можно. Так что не упустите, такое бывает, наверное, раз в году. Такие вот дела. Ну, конечно же, у вас должны быть на это еще монеточки. Монеточки, к сожалению, нельзя ни за какие деньги купить. Вот так вот, ребята. Ну что, помчались, короче, на арену. Будем обкатывать нашего 26-го Индораптора. Та-дам! Так, 7-я арена, топ-сорный. И кто нам попадется? Хоп, сейчас попадается нам какой-то 30-й Индораптор и нас всех наказывает. Это будет обидно. Так, ну, естественно, кого возьмем? Ну, возьмем Индораптора. Он у нас и быстрый, и крепкий, и все остальное вместе взятое. Так, против нас Триастроникс. Что он умеет? Он умеет пробивать щит и имеет иммунитет. Ну, мы, конечно же, будем использовать сначала уклонение. Кстати, этого парнишка я тоже смогу скоро создать. Так, мы уклонились, это шикарно. Сразу его дэмажим. И 4200, ребята. Так, Стегаде, кстати, тоже очень сильный противник. Притом он у нас еще и 19 левела. Полторушечка. Ну давай. Хотя этот удар, наверное, пригодится. Что там у Стегаде? Есть, да, замедляющий удар. Вот он бы сейчас, конечно, нам пригодился. И по нам, кстати, попали. Но... Живи, живи, да, да, да. Кстати, если снова крит, ребята, два крита подряд, такое чувство, как будто бы я NPC какой-то, потому что везет так обычно только компьютеру. Так, ну у нас есть первый ход, опять есть шанс, короче, уклониться, ребята. Ну что, давай, сделай подвиг. Короче, наш Индораптор сделал подвиг. Ах, но не довел его до конца, к сожалению. Ну и так, в общем-то, получилось у нас довольно-таки не кисло. Ну, давайте тоже сделаем. Он тоже сделал это же самое. Думаю, сейчас будет точно такая же реакция с обратной стороны. Так, ну кто по кому попадет? Давай, попади! Да, короче, ребята, три крита. Это просто... Такого никогда не было в жизни, наверное, на моей памяти игры в эту игру, короче, чтобы такие криты важные, жизнерешающие, короче, нам попадались. Но это шикарно. Так, что нам тут дают? 12-часовой инкубатор. Ух ты, прикольно. Блин, я уже, правда, давно сбился со счета, где-то мне на листочке нужно это будет записать. Вы же помните, что можно посчитать, то есть какой у вас будет инкубатор, это все я рассказывал, точнее, когда-то писал на
не в группе контакты. Итак, ну может нам фартанет, ну если нам будет попадаться индораптор почаще в нашу команду, то можно будет продвигаться и там к 4000 очков на арене. То есть наконец-то перейти на новую арену, которую никогда не видел. Ну просто сейчас, как вы знаете, я просто игру с телефона удалил, и у меня она только на эмуляторе, потому как бы сражаться у меня времени нету, короче. Все время я в игре трачу на сбор сбор золота и ловлю динозавров, то есть. А на сражение времечко не остается. Так, держим пальцы накрест, надеюсь, нам попадется наш индораптор. Так, нет, на этот раз не попался. С кого открыться? Ну, давайте начнем, наверное, с Индоминуса. Против нас Горгазух. Горгазух у нас... так, у него обнуляющих ударов вроде как нет, и иммунитета у него тоже нет. Есть только ощущение себя. Так, попал такой гаденыш. Так, ну это мы пробили. Да, мы и так пробили. Еще и сохранили себе супер удар. Так, 1800. Ну, довольно много. Сможем кого-то пробить еще на следующий удар. Так, раптор, сволочь ты такая. 20-й раптор. Блин, он нас пробивает. Надо меняться. Оу, крит, блин, прикинь, если бы не было брони, я не знаю вообще, что бы было. Давайте опережающий все-таки снизим ему урон. Потом он все равно сейчас нас опять, гаденыш, проатакует же. О, крит, это хорошо. Да-да-да, думаю, стоит использовать этот удар, потому что он сейчас нам будет двойной урон наносить, я думаю. А нам все равно. Так, ну а теперь время и... Ну, время как бы и замедлить, наверное. Не-не-не-не-не, быстрее будем на этот раз мы. Также ему снизим урон. Так, у него там что по показателям? Ну, есть усиление урона. Так, блин, вот даже не знаю, что сейчас делать. А чёрт, у него, он обычный удар нанес. Можно было, конечно, и подмениться. Но уклониться у тебя, пожалуй, не получится. Отлично. Так, раптор. Это грозное оружие, да, вот опять приходится мне подменяться. Блин, а... Так, ну и время вот это сделать. И держим пальцы накрест. Ну давай, давай, везение. Ну, на этот раз у нас везение закончилось. Так, кто будет ходить первым? В общем-то, Варбанов. Мегалозух. А Мегалозух — это такая сволочь. Так, ну хоть мы ему урончик-то снизили, это радует. О, нет! О, мы на тоненького выжили.
Мегалозуха это, кстати, такое неплохое существо, которое вот хорошо использовать при подмене. Он может неплохо так принимать на себя урон. Там есть, короче, надо как-то разобраться. Есть определенные фишечки в стратегии его использования. Ну что, погнали еще, да? Давайте, Индораптора. Мы же ради этого здесь собрались. Он здесь один может порешать. Да, 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 у нас есть Индораптор и есть у нас Аланкилозавр, на которого очень приятно подменяться. Так. Гаргазух. Мы, конечно же, делаем невидимость. Пробил, таки гаденыш. Так, ну, делаем ему прощай. С критом 4200, мы помним, а сколько без крита? Вот крита не было. 2800. Ну, без крита тоже очень так не кисло получается. Так, и у нас еще остается невидимость. Так, стегадеюшка появился. Давайте, 1,5 урона. Блин, ну, черт, опять неправильно сделал. Он же нас замедлит сейчас. Он же нас замедлит. Так, ну вообще-то мы его пробьем. У него снижение урона есть? Нету. Ху, мы выжили на тоненького. Да, вот на высоком уровне, конечно, Индораптор уже сила. Когда он может хотя бы принимать какие-то урон. Так, этот что будет делать? Задержка, задержка. Он, скорее всего, усилит себя без удара. Ах ты, крит, блин. Так. Так, усиление, а мы делаем ему ослабление. И что там в итоге получится? Пробьет, да, все равно пробьет. Блин, 2300, на ослабление что-то как-то на него не сработало. Так, ладно, я думаю, он сейчас на кого-то подменится. Да-да-да, но это ему хана. Потому что я снижаю ему урон и опережающий удар. Шикардос, ребятки, в общем-то... Все просто супер. И мы 3500 набрали таки в кое-веки. Да, и 3 победы подряд. И еще и получаем какой-то бонус. И активируем 15-минутный инкубатор. Да что активируем, блин, сразу давайте откроем. Так, ну и я оставлю 12-часовой инкубатор, потому что сегодня уже, естественно, не зайду, компьютер выключится на ночь и все. Вот такие вот, в общем-то, у нас были дела, ребятки. Индораптор 26 левела, машина, короче. Как-нибудь накопим еще за пару дней, кстати, я еще смогу насобирать, то есть примерно так, там, 10 тысяч, даже 12 в день можно собирать монет. И того, как бы через пару дней я качну его на 27. Как вы видите, нам нужно 120 тысяч, чтобы качнуть его на следующий уровень. Вот такие дела. А на этом всем пока, ребятки.